испытываются наши первые образцы опытные Юнибуса и Юнибайка. Параметры самые разнообразные, в том числе тягово-динамические качества, скоростные показатели, тормозные, эргономические показатели. Показателей много, поэтому и работа, объем работы будет достаточно большой. На сегодня это закончился у нас третий день испытаний. Проделан значительный объем работ, но еще больше предстоит сделать. Завтра начнем испытывать Юнибус и Юнибайк. Испытывали только Юнибус, потому что Юнибайк не могли сразу к этому приступить, у нас не хватало еще ресурсов. В настоящий момент все у нас наладилось, работа пошла в рабочем режиме. Чувствуются отдельные моменты, значительно подтянуты благодаря совершенствованию конструкции. Параметры, вот, например, торможение и разгон, буквально получились совпадающими с расчетными. То, что было запланировано и раньше мы считали по расчетам, на сегодня мы убедились, что так оно и есть. По результатам мы получим протоколы приемочных испытаний, которые подтвердят соответствие нашей продукции установленным требованиям. Ну а по результатам уже обсуждения этих приемочных испытаний будет принято решение о получении, о выдаче нам сертификата соответствия на одно и на другое изделие. Работы и заботы много, но все удается пока решать в оперативном порядке. Сегодня были некоторые проблемы, к вечеру они были решены. Я думаю, что и дальше будет так же по-рабочему все продолжаться, и все у нас получится. Мы создаем самый крупный бизнес за всю историю цивилизации. То, что сделали вместе Стефенсон, Форд и Боинг. Принципиально новая транспортная отрасль нужна всем. Человечеству, каждой стране, каждому городу, каждой семье и каждому человеку. На разработку транспортной инновации Rail Skyway потребовалось 36 лет и более 7 миллиардов рублей. Чтобы начать продавать эту технологию, необходимо построить тестовые участки, на которых она будет сертифицирована и показана заказчикам со всего мира. Для этого нам необходимо в ближайшие 3 года инвестировать средства, соизмеримые с уже вложенными. После этого мы обгоним всех и навсегда в мировой транспортной нише, емкость которой превышает бюджет России в несколько раз. И займем не менее 50% этого рынка. Подобное уже удавалось в истории, например, войны. Империи рушатся. Распался Советский Союз, но его инфраструктура, в первую очередь транспортная, осталась, как живет и работает Транссибирская магистраль, построенная век назад, пройдя через революцию, гражданскую и мировые войны. Построенные по струнным технологиям небесной дороги Skyway также будут работать на благо людям столетия, принося доход тем, кто рискнул и пришел в свое время инвестором в эту инновационную технологию. После сертификации проект перейдет из разряда инновации в разряд инвестиционный проект. Далее технология перейдет в адресные транспортные проекты,
реализованы на всех континентах планеты. И километрами или метрами этих дорог, в зависимости от объема вложений в технологию, будет владеть каждый конкретный инвестор. А его инфраструктурная собственность и дивиденды от нее перейдут затем по наследству потомкам. Недорогие, безопасные, эффективные дороги необходимы не чиновникам и государству, а простым людям. Тем, кто и платит за проезд по этим дорогам из своего кошелька. Кошелька как пользователя, так и налогоплательщика. То есть это нужно только нам с вами. Поэтому и начато народное акционирование инноваций по британскому праву на выгодных для инвестора условиях. Акции нашей компании будут переформляться на новых инвесторов с большим дисконтом. То, что через несколько лет будет стоить миллионы, сегодня можно приобрести за несколько тысяч рублей. Начнем вместе строить наше достойное будущее. Комфортное, безопасное, экологически чистое, с высоким уровнем жизни. Будущее, которое не стыдно будет передать по наследству детям и внукам. Всем привет! Сейчас. Насколько нам вчера узнали официальный преподаватель, держи до нас в постели. Что состава официальным преподавателем, але мы сом визуал. Вчера мы со 100% недоразумели Иболинку. По одной ночи вчера. По одной флажке мы так себе была пидула конверсация. No, čiže samozrejme, vítam ešte raz raditeľa spoločnosti Skyway Capital, pána Sergia Sigridiakova. Všetci dobre viete, že je to taký futurolog spoločnosti. Futurolog znamená, že títo ľudia vidia veci dopredu, ako by to malo vyzerať, aké aktivity teraz je potrebné urobiť, aby to, čo oni vidia, sa do budúcna stalo. A takýmto človekom je priamo práve Sergej Sibiriakov. No a chcem vás ešte vyzvať, že využite tú hodinu otázok v odpovedi, ktorá bude nasledovať, aby ste trošku vyštavili. Samozrejme, on je kompetentný k tomu, aby vám dal odpoveď ohľadne kryptomeny, ohľadne kurzy, ohľadne iných vecí, čiže pripravte si tie otázky, potom budete na samozrejme možnosť. Tak, teraz to dávam znovu Sergejovi, nech sa páči. А переводить будет? Я. У меня сегодня самый лучший переводчик. Спасибо. Музыкал. Так, ну что, друзья, рад приветствовать вас всех на этой конференции. Всегда приезжаю с очень большим удовольствием и радостью к вам сюда, и в Чехию, и в Словакию. Самозрейно же витам вас на конференции, с большой радостью за каждый прихода до Праги, чиже до Ческой Республики, а на Словенско. Но я верю, радше, найрадше до Ческой Республики, лебо ты е... Tu máte prezervy, nemáte pivo. U nás je paža. Ja toho nehovorím. Ale to kto nehovorí? Ja už to dorozumiem. Друзья, сейчас для компании очень важный момент и смена этапа. Teraz je dôležitý moment spoločnosti, samozrejme spojený so zmenou etapy. Для нас, как для команды, которая несет информацию о Skyway, каждая смена этапа – это очень важное время. Для сообщества, которое несет эту важную роль, и в этих сменах, это очень важная роль. Для нас это черта, с которой мы отчитываемся перед нашими партнерами. Это, власне, та часть, когда отпочитав, или давают отпочет, пред партнерами, что уж было уровень. Потому что мы, к сожалению, вынуждены сначала говорить вперед о том, что мы будем делать.
Lebo pred tými to fázami sme stále hovorili o tom, čo budeme v budúcnosti robiť. Потом мы привлекаем партнеров и реализуем то, о чем мы говорили. Потом приводим наших партнеров, а потом реализуем то, о чем мы предтим говорили. К сожалению, точнее, хотелось бы, чтобы работать наоборот, по-другому. То есть наоборот, сначала сделай, а потом показывай. Я само зрение, что было бы то идеально робить окачне, что найперв реализовать, а потом привлекать людей, указывать им, что мы реализовали. Но у нас такой возможности нет. Но у нас такой возможности в самом деле нет. Потому что мы привлекаем партнеров и тренеров под то, что мы будем делать в будущем. И, к сожалению, мы этим самым попадаем под очень большую критику. Само зрение, что мы это делаем наопак, потому что мы нутили это делать наопак. Мы привлекаем людей, потом им говорим, что будем делать в будущности. А самозрейме велократ зожнеме за то критику. Так как наши враги, наши конкуренты за нами следят под микроскопом, за каждым нашим шагом. Самозрейме, что за каждыми нашими, каждый наш крок є следований нашими конкурентами, а цез микроскоп, або телекола, позираю, чо робиме, чо сме слубили, а самозрейме, а це не цена прозрения. Но очень сложный, я бы сказал, самый сложный период уже позади. Само зрение, что это наизложительнейшая периода, либо этот час я за нами. Потому что сегодня основной аргумент, который мы приводим и показываем, это то, что уже реализовано в Марьиной Горке. Либо наш наивечий аргумент моментально є праве то, что уж сейчас можем им указать то, что за власне в Марьиной Горке зреализовано. И мы уже реально можем сказать, уже не ссылаясь ни на кого, что на первой конференции, которая была в Словакии год назад, мы говорили, что построим. А сегодня мы это показываем. Это целиком иная ситуация, потому что на первой конференции, которая была в Яйца по Бедроку, Локопол, в Братиславе, мы говорили, что что се уроби, а сейчас уже то реально можем указать, что мы уроби, что мы посылали. И все реализуется в очень короткие и сжатые сроки. Že všetko sa realizuje v veľmi krátkom čase a hustom. Когда мы готовили первый Unibike Unibus к Инотрансу в Берлине в 2016 году. Когда мы строили первый Unibus и Unibike, который мы выставили в Берлине на выставе Инотранс в 2016 году в сентябре. Время, которое прошло от концепта, вообще от возникновения идеи Unibike до выставки на Берлине, было всего полгода, 6 месяцев. Час, который был потребен на реализацию, чи то проектовой документации, к виготовлению того Unibike, приправлению на ту выставку 6 месяцев. И когда первый вице-президент Siemens сидел в Unibike и крутил педали, когда первый вице-президент Siemens сидел в том Unibike на той выставке, крутил с педалями, он спросил у Виктора Бабурина, за сколько вы спроектировали и изготовили эту машину? Спитал са пана Бабурина, за какой час мы застроили туто вец, або туто машину. При этом, сначала первый вопрос, который он задал, что это макет или это действующая машина? Он са первую отазку дал, чи то или макета, або чи это функчный модель. Виктор сказал, что прямо из Берлина она идет на ходовые испытания уже в Марьиную Горку. То есть это действующая машина. Виктор ему поведал, что это, самозрейме, уж функциональный модель, а прямо с выставы идет на монтаж до его технопарку Марьиной Горки. Он тогда спросил, откуда ваша компания? Он са потом спитал, что откуда мы пришли, откуда ли ваша сообщество. Виктор сказал, что из Белоруссии, он три раза спросил, что такое Белоруссия. Виктор сказал, что из Белоруссии, а он спросил три раза, где у вас это Белоруссия. На вопрос, за сколько вы сделали машину, Виктор, ну, я рядом стоял, Виктор пришлось соврать. Он сказал, что мы ее сделали за год. Ну, пришлось соврать, не сказать неправду. Я, Виктор потом видел, что Дарк мне поведал, что за 6 месяцев, так мне поведал, что за год мы приправили. И он все равно не поверил. Они так не уверили. Он говорит, этого не может быть. Что-то не может быть. И когда Виктор еще сказал, что расстояние между двумя опорами, по которым будет ездить Unibike, будет минимум 400 метров,
Он третий раз спросил, откуда ваша компания. А третий мой еще Виктор висветлював, что розпон, або стягленность между двумя стожами будет 400 метров без подпорных системов, так еще несколько раз спрашивает, а откуда тут стены? Сегодня все это можно видеть в Мариной Горке своими глазами, как это работает. Teraz je to samozrejme možné vidieť veľmi korke s vlastnými očami, ako to všetko funguje, pracuje. A когда Виктор Мышев сказал, что мы сейчас уже проектируем трассу, на которой будет между опорами 1.5 километра. Keď ešte mu Viktor povedal, že už plánujeme trasu, medzi dvoma oporami bude 1.5 kilometra. Он сказал, что я обязательно это приеду, мне надо увидеть это своими глазами. Ну, určitě přijdem do té Mariinné Горки, pozrieť si to vlastnými očami. А он же приходил? Нет, мы это покажем только следующим летом, перед Инотрансом 2018. Же ukážeme to pred Inotransom 2018, lebo táto výstava sa koná každé 2 roky. Я абсолютно уверен, что мы заявились уже на сентябрь 2018 года на Инотранс. Это крупнейшая выставка в сфере транспорта в мире. Мы пригласили на выставку Инотранс 2018 в Берлине, потому что это одна из наибольших целостных выставок топливных систем. И я абсолютно уверен, что мы сделаем фурор на этой выставке, мы будем основным экспонатом на этой выставке. Samozrejme, hovorí to kvôli tomu, lebo na výstave Inotrans 2016 myšľa ako naozaj neznáma firma. Nikto technológiu nepozná. Bola prvýkrát predstavená vlastne tá technológia odborníkom. To teraz budeme určite v inej pozícii. Hlavne ako inovatívny dopravný systém. Budeme mať hlavný výstavovateľ. Потому что то, что мы там покажем, там будет уже скоростной мини-лёд, который будет развивать скорость до 500 км в час, он будет уже перед испытаниями. На этой выставке выставлен мини-лёд, высокоскоростный доправный систем, высокоскоростный до 500 км за день. Параллельно будет строиться трасса 22 км, и мы к концу следующего года закончим эти 22 км, для того, чтобы мини-лёд дал скорость уже 500 км в час. До конца будущего года се докончит 22-километровая трасса по тенту Юнилиот, по высокорекостную доправу, аби се могла досягнуть вихрь с 500 км за годину. И еще при объяснении, найпрв было рассуждено вибудовать 16-километровую трассу, но потом по препоштах се зачтило, что там би се досягла вихрь 450 км. Это се рассуждено, что се поставили 22-километровую трассу. И с учетом, что заявленная сегодня характеристика это 100 грамм топливного эквиваленте на 100 километров на одного пассажира. 100 грамм. 100 граммов. Стакан. Руси берут стакан 100 грамм. 100 грамм. Один децилитр это 100 грамм. Ты знаешь, что это децилитр? Это стакан. 1 decilitér pohodnej hmoty vypadá ako spotreba jedného cestujúce na 100 km. Сегодня самолет, который дает скорости приблизительно 500 км в час, самолет летит сегодня где-то 700 км в час. Dnes в порównaniu где-то летит рыхлостью 500 км за годину, ale может быть до 700 км. Он сегодня расходует 10 литров керосина на одного пассажира на 100 км. Он потребует 10 литров керосина, это погонная латка, где бензин и керосин, на 10 литров на одного цестующего на 100 км. Поэтому, когда мы заявляем о том, что расход энергии в скоростном юнилете будет в 100 раз меньше при сопоставимых скоростях, то, конечно, это всех вызывает интерес. Самозрайно, что когда мы достигнем то, что 100 крат будем иметь низшую потребу, а еще не говорим, что это керосин, но какие-то погонные моты, a v porovnaní s týmto lietadlom 100 razy nižšiu spotrebu, tak určite o ten dopravný systém bude veľký záujem. Естественно, что наши оппоненты, скептики будут всегда говорить, что это невозможно. Samozrejme, že pre nás je jasné, že naši skeptici, oponenti a konkurenti будут рассказывать за каждое, что это невозможно. Но все, что мы делаем, друзья, нам с самого начала говорят, что это невозможно.
все, что до теперь мы делали, а что делаем, от начала нам говорят, что это невозможно. Невозможно было создать ту систему, в которой мы сегодня с вами работаем. То есть собрать уже 400 тысяч акционеров и организовать финансирование «Малиной горки». Невозможно было при ней, чтобы мы вели организовать, дать докупи 400 тысяч активных инвесторов и оставить все, что есть в «Малиной горке». Говорили, что невозможно Юницкому как конструктору собрать конструкторское бюро, которое может выполнять вот такие сложные задачи. То есть конструировать и выдавать чертежи для изготовления путевой структуры и подвижного состава. От зачатку говорили Юницкому, что это не докажет, не можно изложить такое осадительство, такие канцелярии конструкторов, наять таких конструкторов, чтобы все это могло напланировать, уробить канцелярии. И невозможно сегодня создать производство, которое будет еще изготавливать такие машины. А не можно заставить завод, либо такую чинность, чтобы все еще до конца не работали, а прямо в сообществе, где это строя машины. Сегодня ответ всем этим скептикам уже готов. Мы все это реализовали. Odpověď týmto skeptikům a našim oponentům je taká, že už toto jsme všechno dokázali urobit. Ještě je umníky, kteří do sich pôr utvrzdají, že Malina Gorka je rysovaný na kompjútere rolik. Doteraz jsou samozřejmě naši oponenti takí, kteří na internete rozšiřují všelijaké zprávy, že to, co je Malina Gorka, to je len animácia, že to nie je... Что Юнибай и Юнибусы – это из картона изготовленные макеты. Юнибусы и Юнибай не сделаны из картона, уже сутакали макеты. Но здесь я могу Франтишеку Солору задать вопрос, который уже не раз и не два был в Малиной горке. Ты можешь это утвердить? Что это рисовано? На этот раз он мне дал вопрос, потому что я там уже несколько раз был, я сидел в том Юнибайку. Že či je to naozaj z tých kartonov, aby som povedal samozrejme, že nie, že je to reálne. И я буквально несколько месяцев назад общался с министром транспорта Израиля, Израиль Кацом. Пред несколькими месяцами я встретился с министром дотрави Израиля. Это выдающийся для Израиля человек. Сейчас мы должны были встречаться, но сейчас решается вопрос. Либо он станет премьер-министром, либо его посадят в тюрьму. Riešili ten, predtým riešili ten problém, či ten minister zostane, alebo bude zatvorený. Áno, vo väzení. I когда я ему рассказал о технологии Skyway, о ее возможностях, и как может Израиль измениться при приходе туда Skyway, a keď Sergej mu hovoril o technológii, ako Izrael sa môže zmeniť tým, že technológia príde do Izraela, он мне сказал, я не верю ни одному твоему слову. Не верю ни одному твоему слову. Но я хочу увидеть это своими глазами. А я то хочу увидеть своими очами. И если я то, о чем ты говоришь, я увижу, а когда я то увидим, то, о чем ты мне говоришь, то для меня будет очень большой честь пожать руку инженеру Юницкому. Будет это великая честь для меня подержать руку панове инженеру Юницкому. Потому что то, что вы создаете, это трудно понять умом. Že to, čo vy hovoríte, alebo to, čo ste dokázali, je tak nie je možné pochopiť. Ťažko si predstaviť. A dla nás сейчас, друзья, самое главное, что мы уже реализовали, и мы переходим с 9 на 10 этап общей программы, где 15 этапов. Dôležité pre nás je, že sme to dokázali a že teraz sme prešli z 9. etapy na 10. etapu. Z tých etap vieme, že ich je 15. Причем в первом меморандуме это нам наши оппоненты сейчас ставят как вину, не было Юнибайка. То есть когда мы запускали проект, еще не предполагалось, что мы будем вообще делать Юнибайк. Самозрежно же оппоненты нам до теперь говорили, что когда начал этот проект, когда спустя на первый этап, не было еще готов Юнибайк. То есть эта работа сделана параллельно, при этом темпы развития проекта нисколько не изменились. To tempo, že toto bolo urobené paralelne, ako tie jednotlivé etapy nasledovali, v tom sa nič nezmenilo. Točno tak, že сейчас po robote s Indiei vznikli определённые заказы, kde надо строить путевую структуру с углом 30 градусов подъёма. Teraz vznikli poptávky alebo
допинг в Индии, уже там подписаны те проекты на вступание до 30 ступеней. И сейчас уже идет изготовление и путевой структуры, и юнибайков, которые могут ездить с таким набором. Сейчас полностью начала вырабатывать такие типы юнибайков, и доправный систем, где можно ездить до 30 ступеней. И еще сейчас делается параллельно очень много работ, о которых мы пока рассказать не можем. A samozrejme, že popri tom sa robia paralelne iné práce, o ktorých a iné aktivity, o ktorých verejne ešte hovoriť nemôžem. Буквально в понедельник. Которые. Сейчас вечером поговорим. Припиве за успитом потом вечером. У нас в понедельник была делегация с Бразилии, приезжал мэр такого очень интересного, серьезного города в Бразилии. Понятно, была военная горделегация в Бразилии. Да. И на заводе они фотографировали и не уследили за тем, что они сфотографировали новый трехсекционный юнибус. А в заводе, когда навчили завод, там фотографовали, самозрение, разные вещи. А они сидевшими же отфотографовали ten najnovší trojsekčný, alebo trojsekčný unibus. И когда это выложили в сеть, и мне сразу пошел вопрос, я даже не знал, что ответить. Когда то дали негде до сети, alebo на Facebook, что ему потом приходили вопросы, что я причем там уже не говорили, что... Позвонил Юницкому, говорю, что такое, он говорит, все равно мы в течение месяца уже хотели его показать, так что ничего страшного. Когда он завалил потом Юницкому, что мне на то поведать, что люди с бомбардию питаются, так мне сказали, ну добре, до месяца мы вам такую цель зверенить, так что ничего такого страшного са не стало. Как раз не это прогнозовать допреду, а то главное были конкуренции. Я позавчера, когда был в Минске, как раз передавал ему картину после итальянской конференции, где очень интересный художник сделал картину. Вечером, когда был в Минске, так дал пану Вилицкому такой образ, который достал на конференции в итальянскую. И в этот момент как раз принесли пакеты, пришла почта, и пришел патент из Китая. Затем, как там было, пришла почта, был там допис из Чины, а пришел патент из Чины. Патент. А всего сейчас уже зарегистрировано и подходят сейчас патенты в 30 странах мира. А teraz, зонам, где будем защищать скорее. До teraz те патенты зарегистрированы в больше 30 штатов света, там, где будет будовать экосистема. И переход на 10-й этап, это как раз подведение черты и наш отчет о том, что сделал именно команда Skyway для того, чтобы реализовать те обещания, которые мы сегодня выдаем. Переход на 10-й этап, самозрейно, сообщество декларирует уже, что сделала до того часа. Самое главное, на какой вопрос мы ответили за это время, что есть технологии или нет. Сегодня тот, кто говорит, что технологий не существует, я на него смотрю просто как на идиота. Самозрейно, что главная вопрос стала заточить около, потому что дискуссия стала точить около главного вопроса, что чи та технология есть, alebo не есть. А тем, кто сейчас говорит, что та технология не есть, так он сразу позирает на идиота. Идиотов, к сожалению, очень много. Жалко, идиотов не дерьмо. Я знаю одного человека, который мне утверждает, что самолет летать не может. Он познал человека, который его стали присвечивать, что же летать, а нормально летать не может. Ну, я понимаю, что раз он крыльями не машет, значит он лететь не может. Он твердит, что когда не махает крыльями, так то значит, что летать не может. Но при этом весь мир летает на самолетах. А при этом целый свет летает на Поэтому сегодня о том, что технологии нет, либо она не соответствует тому, что мы говорим, будут говорить всегда. То, что эта технология не существует, либо не соответствует тем, что о ней мы говорим, то будет существовать всегда.
Мы на это обращать, мы на это не обращаем внимания. На то, что не будем обращаться, не будем на то, да, потому что у нас партнеры такие профессионалы в сфере транспорта, как Рот Кук, бывший министр транспорта Австралии. Samozrejme, u nás sú partneri, profesionáli, ktorí sú profesionáli dopravných systémov, ako napríklad pán Rod Hood z Austrálie, bývalý minister... Minister transportu Izraela. Minister dopravy Izraela. Junický už 4 razy, 3 alebo 4 razy vstrečal sa s ministrom transportu Indie. Pán Junický sa stretol už 4 krát s ministrom dopravy Indie. I to je akraz... профессионалы в сфере транспорта, которые видят перспективу технологии Skyway. То есть профессионалы в том ответе, которые видят перспективу технологии Skyway на свете. И мы как раз ориентируемся на мнение и на профессионализм этих людей. А мы, самозрежно, сориентуем на каких-то профессионалов, на таких-то людей. На прошлой неделе, когда Юницкий был в составе делегации президента Лукашенко в Индии, минулый тижень, как Павел Юницкий был член главной делегации на чале с президентом Белоруссии Лукашенко, то как раз проект Skyway рассматривался как основное то, что Белоруссия предлагает для развития Индии. Проект был предложен как... že tento projekt predkladá Bielorusko na rozvitie Indie, na rozvíjanie Indie. I v этот момент произошёл очень интересный один момент. V tomto momente, pri tejto príležitosti sa vyskytol jeden dôležitý moment. Когда Юницкий вместе с президентом Лукашенко был в Индии и представлял технологию Skyway, keď pán Юницкий s prezidentom Bieloruska в Индии представлял проект Skyway. Министр транспорта Беларуси в этот момент. Министр доправи Беларуска. Исключил Skyway из выставки транспорта в Беларуси. Исключил. Убрал с выставки, выгнал. Я министр доправи Беларуска вырадил Skyway из выставки, которая будет о месяц в Беларуску. Более того, статью про Skyway напечатали в журнале онлайн, который лежит в каждом самолете Билайн. Самозрежно, что технологию вытлачили летецкая сполочность Белавия. Тото сме, акоже си пригласили, когда сме летели домой с Белоруска. A garantujem vám, že v tom lietadle neostal jeden takýto časopis. Každý u nás niesol 3-4 takéto časopisy z lietadla. To je na 6 stránkach technológie Skyway. Tak вот, minister transporta dal komandu vyrvať listy z všetkých žurnálov, ktoré už existujú. Minister dopravy nakázal vytrhať tie listy, na ktorých technológia Skyway v tomto... Чтобы никто не читал про Skyway. То есть министр транспорта ненавидит Skyway. Aby sa nedozvedeli ľudia o tejto technológii, lebo minister dopravy Bieloruska nenávidí Skyway. Когда была выставка прошлая, транспортная неделя в Беларуси, она была год, где-то полгода назад. Да. Была выставка в Беларуску, в Минску, асе 5 по рокам. Так вот, вице-премьер и министр транспорта подошли к нашему стенду, где стоял Unibike и Unibike. Вице-премьер и министр доправи наштивил на стану, где был Unibike и Unibus. Вице-премьер зашел на стенд, сел в Unibike, крутил педали. Вице-президент садил себе до Unibike с крутил педалями. И через там, несколько дней приехал в Марину Горку все смотреть своими глазами. A za niekoľko dní prišiel do Marinej Gorky sa pozrieť na vlastnú oči a videl tú technológiu. A minister transporta daže nezašol na náš stand. A minister transporta nenaštívil v nás stanu. On skazal, že oni vás obmanujú. Ako? Obmanujú. Ja, že oni nenaštívil na náš stanu, lebo tvrdili, že nehovoríme pravdu. Ja, честно говоря, стоял прям рядom s ním. И я у него спросил, а что конкретно здесь неправда? Вот показывая на Unibike и на Unibus. Сергей стал при нем и питался, что на том-то не правда, как вы видите.
один индус, один бухарин. Так вот, в Индии его не было в этой делегации. В делегации в Индии он не был. И ЮНЕСКО, когда позвонили и сказали, что Skyway убрали из выставки транспортной технологии в Минске. А когда зазвонили, зателефоновали пана Велицкого, уже Skyway был вылучен из выставки в Минске, которая будет. Юницкий как раз у вице-премьера спросил, что мы здесь в Индии в основном представляем технологию, а ее выставки в Минске убрали. Как это понимать? Как си то ма выложить, алебо висветлить, питал за то вице-премьера в Индии, что они теперь прочно представляют технологию Skyway как народный программ, как народный проект, как это возможно, что министр доправи, как Skyway, вышкоптал зазнаму выставателю на выставе в Минске. Он сказал, что я этот идиотизм объяснить не могу. Учили Skyway. И естественно, на следующий день нас обратно вернули на эту выставку. Да, на следующий день уже Skyway фигуровала на участке на этой выставке. Это наглядная иллюстрация, именно наглядный пример, как люди, которые якобы должны отвечать за развитие транспорта, сегодня фактически тормозят его развитие. Это ясный доказ, ясный такой пример, доказ на то, что люди, которые ответственны за развитие транспорта или развитие доправи, что прямо они против. По какой причине, мы не будем сейчас объяснять, как говорят в России, глупость или тупость хуже воровства. А какая это причина, то не будем это раз объяснять. Глупость это хуже, чем вор. Чем вор. Тот, кто ворует. Ладно, я могу говорить, бачу с глупостью. Так. То есть по какой причине он является врагом Skyway, что видит в этом конкуренцию или просто не понимает, что это такое, мы объяснить не можем. Если не можем объяснить, что за какого повода он просто против, что он видит то конкуренцию иным доправным технологиям, просто за какого повода это тяжко. У нас в России точно такая же ситуация. В Русской есть те же подобные ситуации. Поэтому сейчас мы идем только в те страны и работаем с теми правительствами, которые нас зовут. В сущности, работаем прямо с теми владами, либо с теми людьми, которые нас зовут, которые нас позывают. И здесь я могу сказать, друзья, что у меня не хватит ни пальцев ни на руках, ни на ногах, чтобы сказать, в каких странах мы сейчас ведем, запускаем адресные проекты. Не можете сейчас сказать, потому что Сергей говорит, что не имеет столько перстов на руках, на ногах, чтобы видели сказать, что в скольких штатах мы сейчас рокуем о зачатии будования адресных проектов. Наши ребята, которые ведут переговоры, в частности Виктор Бабурев, он вообще приезжает теперь в Белоруссию буквально на 2-3 дня, остальное время он находится только в командировке. Например, пан Бабурин прийде до Білоруська або до Мінська на два дні, а цілі дні на цестах, а року є з різними представниками адресних проєктів. Ми з Франтішиком місяць назад літали в дуже хорошу країну Уругвай. Ми перед місяцем були в тому Уругваї. Причому на прошлій конференції, яку я проводив в Славу, в Брно. Коли Франтішик сказав, що треба літати в Уругвай, я, чесно говоря, думав, що Уругвай – це в Африці. Keď som Sergejovi na konferencii predtým hovoril, že máme kontakty a bolo by potrebné letieť do Urugvaja, tak ja som sa tiež čudoval, keď takto na konferencii hovoril, že na čo tam ideme, lebo že to je niekde v Afrike. Za to сейчас ja знаю все страны в Латинской Америке, где какая столица, потому что мы готовим сейчас очень интересный проект для всей Латинской Америки. Уж теперь, самозрелыми вижу, которые штаты в Южной Америке, которые в главной места этих штатов, потому что приправляет проект на адресный проект по спаянию этого главного места в Южной Америке. И, к сожалению, к радости, в Латинскую Америку нам с Франтишком летать еще много-много раз. Не вечер радости,
спорту в другом лету, але же выйдя на гусе в Латинской Америке еще вела-велократ отлететь. А также сейчас адресные проекты начинаются в Монголии. Сейчас адресные проекты начинают в Монголии. Сейчас готовятся очень серьезные переговоры с руководством Вьетнама. Вельми проекты разговоры начали с ведением, с представителями Вьетнама. И там очень интересный проект, который еще затронет еще соседние страны, это Лаос и Камбоджа. Там есть важный проект «Припоить Вьетнам, Лаос, Камбоджу». Это начинает реализовываться именно логика SkyWay, когда для одной конкретной страны этот проект уже не так эффективен. Зачина представлять или указывать логика сплочности, что лишь будовать в одной стране это было неэффективно, поэтому припоить несколько стран. Потому что на примере Латинской Америки можно показать, что трасса только в Уругвае, она не такая эффективная. Либо на Южной Америке указывает, что лишь трасса, как лишь в Уругвае, не так эффективна. А вот связать Уругвай, Аргентину, Парагвай, Боливию и Перу, то есть сделать трассу, это сразу раскрывается весь потенциал центральной Латинской Америки. Само время же соотклива неконечный потенциал Латинской Америки тем, что поспаять праве те штаты, там Уругвай, Парагвай, Чили, Бразилия, Аргентина, Боливия. И в мае уже 2018 года мы как раз для руководителей этих стран будем презентовать этот проект. В мае будут собраны представители тех, кто краин будет презентовать целый этот проект. Да, будет большой транспортный форум в Рио-де-Жанейро, в Бразилии. Будет великий доправный форум, саммит доправных систем в Рио-де-Жанейро, в Бразилии. И мы как раз вот будем, Юниский, скорее всего, туда улетит, будет презентовать именно вот этот концепт. По-английски, например, за предприятие будет презентовать эту концепцию про Южную Америку. Вот, поэтому у нас с вами встречи от конференции к конференции. Каждый раз мы показываем, как мы движемся. От конференции к конференции за каждым указываем, либо говорим о том, как мы двигаемся, какой развитие мы делаем. И сейчас я просто даже не продолжаю дальше разговор, когда мне говорят, я слежу за вашим проектом третий год, и у вас ничего не изменилось. Это не хапы людей, которые некогда говорят, что я сам с этим проектом третий год, а ничего не изменилось. У нас каждый месяц что-то меняется. Во всяком случае, если я месяц не был на производстве или в Мариной Горке, я потом приезжаю и удивляюсь, что там происходит. Каждый месяц меняется вещи в сообществе, когда, например, он месяц не достанет до Мариной Горки, а потом приедет, так что не стать чудовать, что все-таки сам между этим уровнем. Поэтому, когда кто-то говорит, что я не вижу изменений, он, значит, куда-то не туда смотрит. Preto, keď niekto hovorí, že nevidí zmenu, tak nevieme, kde sa on vlastne pozerá. Мы два месяца назад с Юницким только обсуждали концепт летающих роботов, которые будут строить опоры в труднодоступном месте. Пред два месяца мы разобирали возможность будования подпорных систем помощью дронов, которые будут ставить эти системы, места. А в четверг Юницкий уже мне сказал, что создано конструкторское бюро, уже набран коллектив, который работает, и через, не будем говорить, несколько месяцев уже начнутся летные испытания. Что в том, пан Юницкий говорит, что уже зарядила конструкторская канцелярия, набрали эксперты, либо те вывояли, а уже делали на концепции этих дронов, что за несколько месяцев будут в диспозиции Мариной Горки отскушены. И естественно, что это будут самые лучшие в мире дроны. То будут наилучшие дроны на целом свете, либо додам лен тому, что до тераз, мислим, найвяц мотности до 400 килограммов можно. Сегодня? Дроны, а мы будем потребовать. Сегодня самый
дрон, который поднимает большой груз, это 500 килограмм израильские дроны. До 500 килограммов, так нет, что до 500 килограммов может бить на оклад Израиля. И летит он всего 20 минут на расстоянии не больше 30 километров. А может улететь на 30 километров дистанции, 30 километров? 30 километров, и не больше 20 минут. А 20 минут до 30 километров. Потому что они все работают на аккумуляторах, больше емкости аккумуляторов не существует. Ты в бензине работаешь на закладе аккумуляторов, туда не энергии. Юницкий сразу показал концерт, где дрон будет поднимать 1,5 тонны и находиться в воздухе как минимум 1,5 часа. Юницкий по-юницки указал проект, концепцию, где 1500 килограммов будут мозги эти дроны двигать, а годину пол будут мозги просто. Я практически уверен, то есть у меня нет никаких сомнений, что на Экофесте, который будет 7 июля 2018 года, Сергей говорит, что он 100% пресечен о том, что на будущем Экофесте, который будет 7 июля, на будущий год, мы уже увидим летающих дронов, которые будут строить на наших глазах опоры. Увидим летающие дроны, которые будут ставить наши подпорные системы на власти очень. Я думаю, что это будет для очень многих выглядеть очень впечатляюще. Это будет очень неуверительно, но очень великий зажиток для многих, которые тут видят на власти. Поэтому мы с вами увидим на Экофесте и скоростной модуль, во всяком случае, еще не действующий образец, но уже модель. Увидим модель, то есть мы там не есть. Увидим еще как минимум 5-8 разновидностей юнибайков, юникаров и юнибусов. Увидим вяцере развитые возможности юнибайков, юнибусов, юникаров. На карго на систему. Ну и конечно я жду вот этих вот летающих роботов, которые будут строить. На самом деле Сергей чекаем, когда увидим те дроны, которые будут летать, как и наши наклады будут попадать в систему. Очень важный сейчас момент вот именно вот этого нового перехода, чтобы вы понимали, почему сегодня качественно меняется проект Skyway. Velmi důležité právě, toto obdobě změnit diskonto a musíte chápat, měli byste chápat tu důležitost terajšího času. Потому что то, что мы создали демонстрационную базу, то есть Мариину Горку. Lebo to, co jsme my doteraz urobili, tu demonstrační bázu Mariinej Górke, позволило нам перейти к формированию адресных проектов, то есть начать переговоры уже о конкретных проектах строительства конкретных трасс. То нам дало заклад, або то было закладом к тому, что мы могли начать догадывать или рокувать об адресных проектах в отдельных странах. Фактически мы приступили к строительству новой сети, которая называется Transmed. Практически мы приступили к будованию, к застроению новой сети, которая коммуникационные сети, которые называют Transmed. Любой проект, любой точки мира, который сейчас начинает реализовываться, в конечном итоге это все замкнется в единую сеть Transmed. Поцепторий проект, который начнет будовать поцепторий в освете, будет сдруживать правда с каким-то коммуникационным системой Transmed. Сначала эти участки начнутся строиться локально, вот как мы сейчас обсуждаем. В Латинской Америке своя сеть. Samozrejme, že najprv tento komunikačný systém sa začne budovať osobitne tej, ktorej krajín, napríklad ako sme hovorili v Latinskej Amerike. V Juhovostočnej Ázii svoja sieť. V Južnej Ázii svoja sieť, ako ich sieť tam. Ja nadejím, že v Európe tože začnúce, môže byť, čuť pomôže strojiť sieť. Trúfa, že krok za krokom začne budovať sieť aj v Európe. Но со временем это все соединится и объединится в единую сеть Transmed, как оформился и возник интернет. А в конечном последку за те, кто недовольны сети, поспаяю, а можем это поровнять, так как фундаментальный интернет. И формирование вот этих адресных проектов сегодня идет уже самым активным образом, об этом мы очень много говорим.
veľmi aktívne ide momentálne formovanie a dohovorenie sa na aktívnych projektov vo svete. И сейчас параллельно системы создания именно Skyway. Параллельно система, которая работает с проектом Skyway. Мы сейчас разрабатываем систему обслуживания с точки зрения финансов и управления систему Transnet. Распрацовываем, или работаем на finančných obslužných systémoch, ktoré budú zviazané s týmto projektom. Естественно, что мы долгое время следили за развитием крипторынка и криптовалюты. Už máte informácie, že dlhšie sme zisťovali možnosť rozvitia vlastnej kryptovaluty. И сейчас мы приступили, и у нас уже в завершающей стадии, когда мы создали свою криптоплатформу, которая будет решать для нас очень много задач. В терайшей добе есть уже заверечная этой приправной фазе приправа заведения нашей криптомены, которая будет решить, самозрейме, мощные улоги финансового характера. И так как мы сейчас развиваем Skyway, и у нас за спиной стоит новая промышленная технология. Так исто, как мы в сущности развиваем проект Skyway, а за нами стоит развитая технология, то это позволяет нам утверждать, что через год та криптовалюта, которую мы запустим в Skyway, будет одной из ведущих в мире. Дава нам предпоклад к тому, что до одного года по запустению этой криптовалюты, то будет наиболее криптовалюта на свете. И это не просто утверждение, а это расчеты, исходя из того, какой потенциал в себе таит Skyway. То не лен так, как же предполагали, то истота с того поводу, главное с того поводу, что такой потенциал в себе на проект Skyway. Объясню это на одном очень простом примере. Мислите это на одном вельми простом припаде, прикладе. Вы все слышали сейчас очень модный термин, который даже произносит президент Путин. Если все слышали какие-то модерные терминологии, или термин, что висловит там Путин. Это цифровая экономика и мир интернет-вещей, бизнес интернет-вещей. Бизнес интернет-вещей. Цифровая численная экономика. Бизнес, интернет, интернет, бизнес, интернет, визия. Значит, ты можешь поговорить по-английски. К следующей конференции английский выучить. Вечером не поговорить по-английски. Что такое бизнес интернет вещей? Вот сегодняшний бизнес интернет визия. Это не бизнес в интернете. То есть это бизнес интернет. То есть это не покупка билетов, не бронирование гостиницы. Это к интернет вещам отношения не имеет. То не купить някакие листки, или до отеля, до отеля. Это сейчас объясню на таком примере. Вы со своего телефона заказываете себе кофе. Вы хотите кофе. Через телефон едете обедать каву. Вот вы сидите с... Значит, вы связываетесь с кофемашиной или даете ей команду, и она молит кофе и варит вам кофе. Вы споите с ваш мобиль с кавоваром, достанете кавовар в кухне, помер каву. Это еще не бизнес интернет вещей. Это можно сделать по телефону или просто крикнуть официанту, сказать свой рекорд. То есть лишь информация по телефону, чтобы вам никто варил эту каву. Так вот, когда этот кофе сварился, он должен попасть к вам на стол. Когда та кава приправила, то должен быть каким-то способом доправлена к вам на тот стол, который вы обедали. Если его принесет официант, то бизнес интернет-вещей не возникнет.
pokiaľ to prinesie napríklad čašník alebo niekto, to nie je ešte biznis, internet, vízia. A вот если его привезет вам робот, вот тогда возникло что-то новое. Ale keď vám tú kávu prinesie robot, tak v tom momente vzniklo niečo nové. То есть бизнес интернет вещей, когда возникает новая услуга, которую выполняют роботы. А то праве этот бизнес интернет, визия, то есть праве то, как сливка новая некая ресторан выполняет ту медзеру. Эта концепция возникла порядка 10 лет назад. Эта концепция возникла пред 10 годами. Все с большим энтузиазмом, ну, имеется в виду в сообществе, хлопали в ладоши и говорили, что возникает новая эра интернет-вещей. С таким энтузиазмом, что си поведали ти инициаторы, что возникает как новый, высший левел, або новая эра, тобто бизнес интернет-визия. Но за 10 лет ничего не было создано, потому что, оказывается, создать роботов невозможно. А за 10 лет это любого, ничего конкретного оглядя то, кто не уробило, но господи, так вот робота не маленькая вещь. Попытались роботов запустить на дорогу, то есть автоматический автомобиль. Покушаются пушать роботов, но приезжают роботов на цестах, хоть и роботические авто. Пришли к выводу, что невозможно людям ездить там же, где роботам, потому что всегда будет приоритет. Робот всегда будет принимать решения не в пользу человека. Пришли на то, что это небезопасно, или невозможно пустить роботов между людьми, насколько робот со своего погляда будет принимать решения, которые са выгодны ему, а не решения для человека. Создали летающих роботов, беспилотных роботов. Застроили летающие роботы, дроны. Но теперь, кроме того, что они возят фотоаппарат, оказывается, для них роботы больше придумать не могут. Не знают, что эти роботы могут делать. Окрім того, что эти роботы, эти дроны досягают фотоаппараты, либо используются на фотение, никак не прибудли эти роботы, эти працы, либо эти активности, которые бы эти дроны делали, как працу. Пытались идею, чтобы к вам приехало кофе, подрядить на этот дрон, чтобы дроны начали возить кофе. Можно положить ту каву и возить те дроны. Но вы представьте, если сейчас за окном будут летать десятки тысяч дронов одновременно. Теперь вы представьте, что за окном будут летать десятки тысяч таких дронов. То есть система управления будет очень сложной и дорогой. Же порядить их, або не будет в том порядок. Это точно так же, как Израиль, который делает сейчас дроны грузоподъемностью 500 кг, они не знают, как их загрузить работать. Зачем? То есть так подобная ситуация, как в Израиле, что они имеют те дроны, которые бы могли носить натрат до 500 кг, но не летят, на чем бы их выжили. Поэтому эта идея оказалась тупиковой. Она очень красивая, все ее приняли сначала с большим энтузиазмом, но она пустая. Бизнеса из этого не возникает. Та идея сица вельми пекна, але с этой идеей бизнес великий не возникает, либо не есть возможность активно выжить эту дорогу. И поэтому интернет-сообщество, то, которое сегодня работает в крипто платформе, то есть те, которые работают электронными деньгами. Праве та платформа, та часть интернета, которая працует каких-то криптовалютах, или эти криптовалюты, где працуют. Они сейчас в ожидании возникновения бизнеса, который позволит реализовать вот эти ожидания. Они умножают... Субочакавани. А что делать? Ано. Уж. To som hovoril, že je to veľký obchod, že je tam nejakých 175 miliard dolárov, že práve tento biznis je v očakávaní, jak to využiť pre ten biznis. Чем František уникальный, он через некоторое время будет это рассказывать лучше, чем я. Поэтому давай, тренироваться сразу. Че закрыто будем лучше говорить. А вот теперь, друзья, что мы создали?
Участвовать раз мы и доказали. Струна и Юнибайк – это робот, это транспортный андроид. Та струна, либо тот систем судовой доправи, а Юнибайк – это власне андроид, то есть власне робот в доправном системе. Сейчас мы еще создаем роботов, которые будут автоматически летать, строить эту трассу. А сейчас застроим роботов, которые автоматически будут ставить эту трассу. Они будут все управляться единой автоматической системой. Будут работать в одном автоматическом обеспечивающем системе. И находясь в Юнибайке, подключаясь к интернету, который находится внутри рельса, вы еще и находитесь внутри информационного поля. Keď budeme v Unibike, tak sa budeme nachádzať vnútri informačného pola, nakoľko tej kolejnici bude možno sa napýtať ten informačný systém. A вот теперь я вам расскажу, что такое возникновение бизнес Transnet вещей. A teraz povie, čo bude značiť to spojenie Business Transnet a Vizia. My to nazvali Transnet Space, to есть пространство Transnet. My sme to nazvali ako miesto v Transnete, alebo Transnetové miesto. Transnet Space for English. A вот теперь, как это работает уже в нашей с вами технологии? Ako to pracuje, alebo spolupracuje s nami a s touto technológiou? Вы едете в Юнибайке. Едете в Юнибайку. Крутите педали. Крутите педали. Педали крутить обязательно, потому что иначе за электричество будет очень дорого платить. Педали крутите обязательно. Потому что за электричество надо платить. Либо за электрику я потребно платить, за спутник. А когда вы платите ровно в два раза меньше. А когда крутите педали, чи же когда сидите взаду, на этой задней седачке, так заплатите в два раза меньшую частку, а вот тем, кто не сидит перед вами. Поэтому занятие спортом, это будет реально оплачиваемая работа. Pretože keď sa budeme zaoberať športom v tom minibajku, tak to bude celkom súčasť zaoberať. My s vami budeme nenakapľovať energiu, a reálne spôsobovať energiu. Nebudeme akumulovať energiu, ale vydávať. Vy jedete v minibajku, pracujete na svojom kompútere. Jedete v minibajku, pracujete na svojom počítači. U vás individuálne pod vás zdelaná audio a video systéma s stereo zobrazením. U vás zo stereo zobrazením urobená audio a video vizualizácia. У вас уникальное кресло, которое вам еще делает массаж. Там уникальное кресло, которое вам еще делает массаж. У вас там уникальный климат, потому что он настроен именно под вас, и добавляются те элементы, которые персонально вам нужны. Есть там уникальная клима, которая дополняет подле того, что вам хиба, мислим, вздуха, либо так, воня. Причем этот Юнибайк, когда вы не едете, а дома, он все равно стоит в вашем кабинете, потому что это фактически ваше рабочее место. Это ваше кресло. Самое главное, что этот Юнибайк есть ваше рабочее место. Мы это назвали Unite Mobile Personal Space, то есть объединенное мобильное персональное пространство. Unite Mobile Personal Space. Unite мобильное персональное место. И когда дома вам не надо никуда ехать, верхняя часть, это мобильный блок, он остается на трассе, а в дом заезжает только непосредственно эта капсула, которая стоит. Это и есть ваш рабочий кабинет, ваше рабочее место. Пока не потребуете некоторые люди байку выезд, либо та верхняя часть, когда мы говорим о занавесном Юнибайку, тата верхняя часть остала на колейнице, a s tou spodnou časťou cez taký joystick viete prísť domov, postaviť sa do dvora a keď chcete vystúpiť, a keď nie, tak tam pracujete na zadarne. Keď sa chcete pohnúť, tak tou spodnou časťou odídete na najvyšší taký výťah, tam sa napojíte na kolejnicu a idete tam, kde chcete. И вот это персональное пространство, вы в нем даже сидите, когда не надо никуда ехать. Потому что если вы надо включить интернет, вы все равно будете в нем сидеть. Само время же, когда не хотите нигде ехать, вы можете там сидеть, работать, либо там будет надо приходить на этот транспорт. Я могу сказать, что это очень удобно, потому что когда я веду вебинары, а у меня маленький сынишка ложится спать, мне прибегает жена и говорит, хватит тут заниматься ерундой, я детей укладываю. Это добрый способ. В том смысле, что если вы сидели вонку на дворе, либо каждый вечер, когда мальчика придет, а поверь ему, что
налу успава, он... Jasné, lebo on až každý večer musí uspávať deti, ale on sedí pri počítači a má webinár. Поэтому, когда будет стоять мой Unibank у меня в кабинете, то в закрытом пространстве я никому не мешаю, и мне никто не мешает. И если у меня возникла необходимость, допустим, поехать в Париж... А когда у него возникнет ситуация, что будем ехать из Парижа, то я голосом, а в этой кабине будет искусственный интеллект, то есть мощный компьютер, который мы назвали Юник. В Unibank будет... Taký osobný asistent, to je nazvaný ako Unik. Moment, viete, ako ten Unik vznikol? Boli sme na konferencii v Banskej Bystrici a sedeli sme na námestí na pive. Sergej Ľubí pozval. Takto sme sedeli oproti a tam bola poisťovňa Unika. Poznáte, Unikuje. My sa rozprávali, ako bude vypadať ten Unibike znútra, čo tam bude. A ako nazveme toho asistenta? Sergej sa pozrel tam, Unik. Tam je to napísané. Takže to nie je. No, to tak, že ako v iPhone Siri сейчас находится, tak, že ako v IBM сейчас создает Watson, это по имени создателя IBM. Сейчас все создают искусственный интеллект, у нас он будет называться Unik. Takisto v Indie pomenovali tieto veci u nás, tento intelekt, alebo tento asistent, ktorý bude u Unik. U mňa deti очень любят, потому что, когда я им рассказал, что в каждом Unibike будет жить свой Unik, они прям в восторге, потому что Siri в iPhone, они все очень любят. Jeho deti sa na to tešia, alebo tie Siri? Siri, v iPhone, Siri. Ja... Zasebný systém, v iPhone. U mňa nie iPhone. No, že tam je ten asistent, osobný asistent na iPhone, že jeho deti sa tešia, lebo tam je ten Siri, a že také isté bude niečo vyšlo. Tak вот, vy svojmu Юнику говорите, что мне там через 3 часа надо быть в Париже. Тому своему ассистенту и поверьте, что за 3 годы потребуем быть в Париже. Вы ему сказали, и дальше занимаетесь своими делами. Вы ему поведали, а робите сделали свою работу. В автоматическом режиме ваш Unibike выходит из дома, ну, лифт элементарный. Автоматическом режиме это не байк. Подъезжает мобильный блок, он к нему цепляется. Идя к тому мобильному блоку, придется на ту верхнюю часть. И вы со скоростью 150 км в час едете до ближайшей станции, где проходит уже скоростная лента. А вы с скоростью 150 км за годину приедете до найближшей станции, где проходит высоколикостный доправный систем. На станции автоматически отстегивается мобильный блок. Ten nastane sa automaticky odlúči, ten automaticky dopojí. I váš Unibike vstaje už v skorostnoj blok, ako oddelené kupé. A váš Unibike stojí, bude súčasťou vysokorýchlostnej dopravy ako oddelený blok, oddelená časť. I tých kupé môže byť tam skoľko ugodno. 50, 100, 200, 500, skoľko nádo, skoľko ich tam. A takýchto oddelených častí tam môže byť 50, 100, сколько в том моменте хочу из Парижа. Причем в одном сидите вы, а рядом может ехать грузовой блок, который везет какой-то груз. Попри том, в одном можете сидеть вы, а за вами может быть припаяна часть, которая везет какой-то товар. То есть это модульная перевозка контейнера, но в данном случае в контейнере сидите еще и вы. То есть моделова доправа контейнеров, с тем разделом в одном из этих контейнеров сидите вы. То есть вы путешествуете не с чемоданом, а в чемодане. Travel, že nemusíte cestovať s kufrom, ale vy cestujete v kufri. Причём всё это происходит в автоматическом режиме, вы даже на это не обращаете внимания, вас это не касается. Вы со тому немусите виноват, лебо шетко пребега 100% в автоматическом режиме, чиже вас это целком не тинка. Причём, друзья, чтобы вы понимали, я вам сейчас рассказываю не фантастику, а то, что уже спроектировано. Это всё равно, что 20 лет назад я бы вам рассказывал, как будет работать iPhone. То
to je ako nehovorím nejakú fantasmagóriu, toto všetko je usprojektované. To je to isté, ako pred 20 rokmi by niekto hovoril, ako bude pracovať aj. Это будет везде. Это так же, как интернет везде, так и транснет будет везде. Это хороший вопрос. В течение 10 лет точно. Так вот, когда вы едете в своем юнибайке, и вы захотели пиццу, захотели перекусить. Это есть пиццу. Вот, я вот перед этим представьте, что сегодня в мире интернет вещей, представляете, какая должна быть процедура? Что происходит в нашем случае? Aká procedúra musí byť, keď teraz predstavím, ako funguje internet a čo sa stane v tej našej procedúre? Vy Juniku hovoríte, pizza, margarita i Coca-Cola nie chladná. Vy Juniku poviete, že chcete pizzu, margaritu a nie studenú kolu. Znači, этот электронный ассистент связывается по ходу трассы с ближайшим, кто производит пиццу. Они, естественно, все находятся рядом с трассой. Then, system автоматически со спои с наибольшим пиццу. Вам готовится эта пицца. Вам са зашли робить та пицца. Она проходится в определенный контейнер, небольшой. Она са запали до некого такого маленького контейнера. И доставляется в автоматическом режиме до ближайшей станции, мимо которой вы проезжаете. А доставляется в автоматическом режиме к наибольшей той станции, к которой вы приходите. Ваш юнибайк притормаживает. Вы этого не замечаете, вы не следите за тем, как едете. Ваш юнибайк там, самозрядно, придет. Не размышляйте над тем, около того, как это будет. У него сбоку открывается небольшой люк. На боку сам отворит такие маленькие. И этот контейнер попадает в ваш юнибайк. Тенто маленький валик, который контейнер сабсунет до вашего юнибайка. Все, что вам остается, это открыть крышку волшебного ящика, который находится у вас в подлокотнике. Что не потребно, а вести его уровень, отворить там ту часть, до которой заприпольте маленький контейнер и выбрать с того почему. Поэтому вы делаете только два действия. Робите две вещи. Говорите Юнику, что хотите пиццу. Говорите Юнику, что хотите пиццу. И открываете ее, забираете. А вот варианты. Как работает все остальное, вас не интересует. А кто работает, что все обслуживает за вас не зарубит. Так вот, если вы скажете, что вместо пиццы вы там хотите новые кроссовки. Новые? Кроссовки, ботинки. Я же как будто вместо этой пиццы новые топанки. То через какое-то время вы откроете, и там будут лежать кроссовки. Вот, отворите, там будут лежать. Извините, а не вопрос. Где находится такая уборная? Это самый распространенный вопрос. Я обязательно выложу ролик. Я в Италии, когда это рассказывал, там два очень таких экстравагантных итальянца все это изображали. И вот так вот, как панталина. Выглядело очень здорово. Така волонтаска. Де се накази такой запад? Уборная. Я в туалет. Значит, вы захотели в туалет, вы Юнику говорите, хочу в туалет. И что на вас? Потребуйте на заход, Юнику говорите, что хотим идти на заход. Он связан. Вот говорят, я со двери, а некто вас не помнит. Он связывается с нами, где находится туалет. Он связывает, я верю, рабочим заводом. Рабочим заводом. Юнибайк притормаживает. Вы открываете дверь. Единственное, что вы делаете, вы так вот пересаживаетесь сразу. Так вот, друзья, все это будет работать только в одном случае. Все это будет работать в одном системе. Когда на вашем счету, в вашем электронном кабинете, у вас будут деньги. Самое зрение, пока в вашей канцелярии на учете будете работать. Потому что за каждое действие, которое вы заказываете Юнику, с вашего счета списывается определенная сумма, происходит транзакция. С
samozrejme, že za každý váš príkaz alebo za tú aktivitu vám z vášho kabinetu odčítajú príslušnú sumu. Потому что если вы говорите «хочу пиццу», а Юник вам говорит «денег нет». Кто вы говорите, что хотите пиццу, а Юник вам говорит «занимайте пенсию». Вы ему говорите, что делать? Крути педали. Крути педали. Крути педали. Зарабатывай деньги, тогда принесут пиццу. Заработай. Кто не вас, а потом принесет пиццу. Каждое действие в системе Транснета, оно реально будет оценено по полезной работе. Самое время, что каждая активита в системе Транснета будет оценена некую цену, некую годноту. И сейчас мы фактически уже завершаем оформление вот этой системы, которая будет учитывать каждую транзакцию в системе Транснета. Сейчас я докончу систему, ktorý bude zaznamenávať každú jednu transakciu v systéme. Естественно, что все это будет учитываться только в новых технологиях на блокчейне. Samozrejme, že to bude cez nové technológie, cez blockchainy. Blockchainy sa využívajú práve pri tých kryptomenách, to sú systémy, kde sú do takých reťazí naukladané, alebo tam sa zbierajú tie všetky prevody, prenosy informácie, a to sa volá blockchain. Фактически это будет наша своя внутренняя криптовалюта, которая будет обслуживать как раз все транзакции, о которых я сейчас вот вам... To bude naša vnútorná kryptovaluta, ktorá bude obsluhovať všetky tie systémy alebo tie aktivity, ktoré vo vnútri tohto systému sa bude. Пока предварительное рабочее название это SkyCoin. Taký pracovný názov tej kryptovaluty je SkyCoin. Хотя скорее всего со временем он несколько поменяет своё название, которое будет именно ближе уже к Транснету и тому, что он создаёт. Samozrejme, že pomenovanie sa bude vyvíjať, bude to bližšie Транснету, увидим, как это будет. И самое главное, что сейчас вот я хочу до вас донести. Мы сейчас занимаемся оценкой, реально оценкой того бизнеса, который будет обслуживать SkyCoin. Реально мы заобираем сейчас теми чинностями, которые будут обслуживать мощность того системы SkyCoin. Сегодня весь рынок интернета, включая производство телефонов и компьютеров, производство гаджетов, iPhone или компьютер. Я, как сейчас делаем системы, когда состояны телефон и весь этот рынок мировой сегодня оценивается 7 триллионов рублей. A celý ten biznis, celý ten biznis, v ktorom sa toto deje, ten elektronický biznis sa oceňuje na 7 triliónov. Na 7 triliónov dolárov. Vo svetovej ekonomike. Rynok Transneta, on как minimum na 2 poriadka больше. Как minimum. Systém Transnetu bude minimálne dvakrát takýto veľký, ako ten biznis cez Transnet bude minimálne dvakrát takýto veľký. My oceňujem вот этот рынок, именно Transnet Space, то есть это сюда входит и строительство трасс, и изготовление юнибайков и юнибусов, которые будут сотни миллионов, и разработка новых месторождений, и производство пиццы, то есть как бизнес. До того бизнесу патри самозрение строение ЦИЕСТ, nové chyby Unibus, Unibike, celý ten systém okolo toho Transnet a tak ďalej. To je všetko to, čo sme hovorili, čo je zviazanie s transportom. Tento biznis bude minimálne dvakrát väčší ako terajší biznis týchto elektro súčastí, čo sme hovorili, že to 7 triliónov. Этот бизнес мы оцениваем сегодня примерно 100 триллионов. То есть это в два раза больше, чем вся мировая экономика сегодня. Предполагаем, либо оценивается на 100 триллионов. 100 триллионов. 100 триллионов, не знаю, сколько это будет. Что это около, сколько раз больше?
два раза больше, чем северная война. Уже два раза больше, как и моментальная световая экономика. Сколько денег заточит моментальная световая экономика? Причем я могу сказать, что это самые заниженные оценки, которые мы сегодня делаем. А то робимо з вельми низькими оцінюваннями, вельми низькими годнотами, які ми можемо. А готовим это мы, и я вам сейчас это рассказываю, только для того, чтобы объяснить, что когда мы выходим на первое ICO, то есть размещение непосредственно нашей криптовалюты, то, когда робимо этот первый крок, выход на ICO, то є не IPO, IPO je initial public offering, to je už východ na burzu, ale pokiaľ my založíme našu kryptovalutu, valutu, to je initial coin, initial coin offering, alebo také voláčo, to je Skycoin. Так вот, мы сегодня имеем доказательную базу, чтобы показать всему сообществу, что потенциал роста у нас сегодня очень большой. Ideme ukázať a dokázať, že ten potenciál rastu tejto kryptovaluty je u nás veľmi vysoký. I ešte v tom roku my budeme provádiť prvé rozmiešenie na birže kryptovaluty. Ešte v tomto, koncom tohto roka bude prvé umiestnenie na burze kryptovaluty. И когда я вам сказал, что мы абсолютно уверены, что через год наша криптовалюта будет одна из самых востребованных и быстро растущих, это потому, что за нами стоит Skyway. А то, что он говорит, что наша криптовалюта до рока будет одна из наиобходованнейших и наисвернейших криптовалют, то говорит то, что сам может быть за нами стоит Skyway. И мы абсолютно уверены, это, с нами работают сегодня лучшие разработчики в мире, которые занимаются криптовалюты. Спорукацию с нами наилучшие, если бы даже мозги в том-то бизнесе криптовалют, аби са тенто процесс нахистал. И мы еще в этом году после размещения ожидаем как минимум 10-20-кратный рост стоимости нашей валюты. Еще тенто ожидаем по отворении, либо по заведении нашей криптовалюты 10-20-насовый рост валюты. И, соответственно, для нас это будет дополнительная капитализация, помимо тех дивидендов, которые мы с вами ожидаем от Skyway. Это будет такая дополнительная капитализация еще к тому, что мы ожидаем от Skyway на закладе наших сертификатов, на закладе наших макроперификаций. Потому что Skyway это является частью Transnet Space. Lebo Skyway sa javí ako časť tohto systému Transnet miesta, alebo na... Tak. Tak, соответственно, kto bude investírovať v tú kryptovalutu сегодня, on bude potenciálne obladať ogromným rostom. A ten, kto bude investovať, samozrejme, cez tú našu kryptovalutu, bude môcť očakávať prínosy v ohromnú Я приведу пример уже из своей жизни. Вот я приказ за своего живота. Ровно 10 лет назад один мой приятель, он стал заниматься криптовалютой. Он тогда продавал биткоины. Он продавал биткоины. И предложил мне купить на 10 тысяч долларов биткоин по 10 центов за штуку. Дал ему навык купить биткоин за 10 тысяч долларов за 10 центов. Причем у меня в кармане лежало 10 тысяч долларов. Он мал 50 тысяч долларов. Но я его спросил, а что это такое? Он его спитал, ну, что-то власти знамена, что-то власти есть. Он мне сказал, что ну, это альтернатива доллару. Ну, то есть альтернатива доллару. Я сказал, что дурак, что ли, так сказать? Как можно сейчас в компьютере купить альтернативу доллару? Что си ты, блазе, на кого же ты раз почитать и купить некую альтернативу доллару? Я не купил. Он не купил. На эти 10 миллионов. Сегодня, чтобы было понятно, это было бы 470 миллионов долларов. Раз бы это было 470 миллионов долларов. Так вот, друзья, то, что сейчас мы запускаем и делаем,
имеет потенциал на два порядка больше, чем тот рост, который показал биткоин. Потому что за ним реальных проектов и экономики не стоит. А за нашим скайкоином стоят реальные проекты и реальная экономика. Он обслуживает только реальные проекты. То, что доказало биткоин, что без того, чтобы за ним нечто стало, биткоин не является подложенным ничем за нами. То, что сейчас говорим, sa všetko naplní, lebo za nami stojí práve technológia, práve tie adresné projekty, ktoré budeme reálne stavať. Tak вот, u nás, как у акционеров, у партнеров Skyway, будет всегда право поменять свои акции, которые есть на SkyCoin, которые продать его на бирже. Это к вопросу, когда задают, а когда будет обратный выкуп или когда можно будет продать. Вот ответ заключается в следующем. Как только заработает наша криптоплатформа. Samozrejme, k tej otázke, každý z nás, klientov, akcionárov spoločnosti, bude môcť vymeniť tieto certifikáty alebo svoje akcie za našu kryptovalutu a kryptovalutu predať cez burzu a získať. И чтобы уже показать, на какой стадии мы находимся, что сейчас, и фрайдишек в этом участвуют, мы уже проводим тестовые прогоны и тестовые обороты нашей криптовалюты. Можем подтвердить, что говорит Сергей, потому что мы являемся частью этого тима, что уже сейчас проводим тестовые платы, посылаемые через систему, за это тут будет. И сколько мы уже 2 месяца, да, работаем вот в режиме. То есть мы сейчас отрабатываем, тестируем. То есть я думаю, что до конца года мы, в принципе, будем готовы к тому, что она уже заработает полноценно. Тестуем это раз, эту систему. На себе лежит тысяча до конца года, нам эту систему заработает. И, соответственно, с этого момента появятся возможности, как можно будет там, продать часть своего пакета или купить пакеты уже адресных проектов, этот механизм уже заработает. И, соответственно, в личном кабинете вы будете видеть, как всем этим пользоваться. А то сам уже я говорил, что этот особенный кабинет постепенно дизайнует, докончится этот дизайн, а теперь вас. Čiže všetko sa pripravuje vo finále k tomu, aby cez tieto naše osobné kabinety, aby sme buď mohli predáť, nakúpiť kryptovalutu a tak ďalej, čiže bude to taký viac bankový systém, aby sa do konca roka tým postupnými krokmi všetko pripravilo. И, соответственно, с обратной стороны, что для того, чтобы купить акции Skyway, надо будет сначала купить, зайти на биржу, купить криптовалюту нашу, и потом уже эту криптовалюту уже менять на акции по тому курсу, который будет установлен на тот момент. На самом деле, с того почтенного погляду, что когда некто звонка будет хотеть купить акции сполочности, то будет нужно заезд на курсу, там купить нашу криптовалюту, а ту криптовалюту власти инвестовать до акций. Так себе достанет акции. То есть мы сразу решаем очень много задач, которые сегодня нам очень мешают, ну, нормально работать. Само зрение же решили вела активии, которые снова придал по тем активитам, которые бежно подвергают решению ситуации. То есть мы делаем фактически свою уже очень эффективную платежную систему. Робим нашу вельми эффективную. Эффективный платежный систем. Мы делаем абсолютно законный, легальный вход с любой страны, с любой точки мира. Робим возможность участия до того, кто систему на хоцикторовом месте в свете. И мы прекращаем продавать уже долю компании, которую сегодня пытаются по разным причинам нам запретить. давай скажем так. То есть мы абсолютно легализуем и автоматизируем всю систему вхождения в проект. Объясню то, что объяснил. Само время, что была кратко вопросы, что это легально, что это полулегально, что это. Каким-то способом, каким будем мочь, а те дальние клиенты будут мочь инвестовать до проекта, через этот систем, полностью легализует этот способ, потому
абсолютно нормальные вещи в свете, накуп, товарный обмен, продай и так далее. Естественно, что этот способ будет абсолютно безопасный и абсолютно защищенный. Само время, что этот способ будет абсолютно безопасный. Потому что если говорить о биткоине, то это блокчейн, технология блокчейн первого поколения. Когда говорим о биткоине, о блокчейне, это одно, где все транзакции, это блокчейн первого поколения. Мы сейчас делаем платформу на блокчейне четвертого поколения. А мы делаем платформу на блокчейне четвертого поколения. А сейчас готовится уже платформа, которая будет являться блокчейном пятого поколения. А теперь сахиста платформа, которая будет являться на системе блокчейна пятого поколения. Мы примерно через год будем тоже на нее переходить. То есть мы движемся абсолютно с теми основными разработками, которые идут в мире. За рок перейдем потом с того четвертого поколения на пятое поколение, на которое мы сейчас сотрудничаем с наибольшими экспертами. И для нас уже как партнеров Skyway это будет абсолютно стопроцентная защита, потому что в технологии блокчейн что-либо изменить невозможно. Само зрение, что это будет для нас очень важно и стопроцентно это сделать раз и справно, потому что уже потом идти до того проводить невозможно до блокчейна. Мы сейчас уже прорабатываем вопрос о том, чтобы ввести сейчас реестр акционеров на блокчейне. Это тоже очень серьезная защита. Распрацовываемо сейчас то, что я подла себя, что мы реально делаем. Регистр распрацовываемо успорядание того целого системы. И если говорить, что сегодня мы с вами создали инвестиционную, как мы называем, краудинвестинговую систему, то есть долговое финансирование. Ты сейчас говоришь, что сполучно мы дали докупи, або мы участниками того краудинвестменту, того чудового инвестования. То есть это, как мы это называем, краудинвестинг 1.0, платформа 1.0. Туто платформу, способ инвестования называем платформу 1.0. Сейчас мы переходим уже на создание платформы 2.0, то есть это краудинвестинг следующего поколения. А теперь приходим на краудинвестинг наследующего поколения, то есть на инвестирование 2.0. И мы тем самым учтем все недостатки, которые сегодня есть и с которыми, наверное, каждый из вас постоянно сталкивается. А те недостатки, с которыми сейчас встречаемся, мысли с теми с платовыми системами, а с картами, с которыми все каждый день особенные кабинеты, банки, платки и так далее. То есть все это будет выполнено для того, чтобы работать было намного проще и намного эффективнее. А то будет правда все изменено, чтобы работало легче и эффективнее. Там, скорее всего, также останется MLM, то есть многоуровневая партнерская программа. Же программа останется или не останется? Скорее всего, в каком-то измененном виде, но в каком-то виде она будет. Да? Чиже, это и важно, тот и важно, что сказал, что эта система останется, этот мультилевеловый система останется таким, с таким способом, что будет делать такую мультилевую моментально. Это для того, чтобы нам, как именно людям, которые работают по построению структур, чтобы это было очень интересно и очень выгодно. Чтобы это было, самозрение, заинтересовано для тех людей, которые работают в структурах, в наших структурах. В завершении я бы хотел акцентировать ваше внимание на одном очень важном вопросе. Пред завером бы рад выздвигал вашу заувем одну важную вещь. Что при переходе на платформу, как мы ее называем, 2.0, при переходе на платформу, как мы это называем, 2.0, произойдет один очень важный момент, о котором мы все надеемся, но не верим, что он произойдет. Состанет одна дволежитая вещь, о которой думаем, что состанет, но не верим. Не верим, если состанет. Потому что самый задаваемый часто мне вопрос будет
прием до сполучности, а потом продолжаете. И всем понятно, что это не один год, и не два, и даже не пять. Каждому ясно, что это не за один год, за два, можно не за, за пять. С переходом на платформу 2.0 капитализация пойдет намного быстрее и намного другими темпами. При переходе на капитализацию 2.0, на платформу 2.0, так капитализация пойдет намного быстрее. И здесь как раз я не могу сейчас 100% обещать, но из тех расчетов, которые мы делаем, к середине следующего года мы надеемся, что с тех пакетов, которые вы купили, уже будет прибыль. Не хочу 100% предповедать. Ale určite týmto systémom z tých paketov alebo z tých programov, ktoré sme si kúpili, niekedy v polovici budúceho roku už bude pri výnos. Pričom, poverte mne, ja to skázal očiň skromno. Uverte, že on to veľmi skromne teraz hovorí. Потому что какой произойдет рост нашей валюты до конца года, сейчас мы оценить реально не можем. Že to, čo bude... Оценить рост, во сколько вырастет. Же околко будет сгодноцение, или ако нарастет годнота, не можно сейчас 100% предполагать. Но так как у нас запись идет все, то я скажу таким хорошим словом «много». Наколько идет, самозрейно, живое висяние, так поверь таким словом, что «вера». А если выключить, то можно сказать по-русски. А как то... Отставим, так потом можем по-русски поведать. Очень много. Поэтому... Никаких обещаний или то, что мы делаем, сейчас давать невозможно. Это прогноз, это то, что мы создаем и то, что мы делаем. И сейчас мы подошли к той стадии, когда технология позволяет уже нам создавать новую систему. То znamená, že 100% samozrejme ничто можем предсказать, но моментально мы уже в такой фазе, а те выседки указывают, что тото можем все ожидать, эта технология нам дает те истоты, что те-то вещи наоборот будут ставить. Если бы мы просто сейчас запускали очередную, сегодня уже 10 тысяч криптовалют, 10 тысяч. Keby sme teraz, keby sme teraz vypustili 10 tisíc hodnotu na všetky, если бы у нас не было Skyway, то мы бы были просто 10 тысяч первой криптовалюты. Ja samozrejme, že keby nebola za nami spoločnosť Skyway, tak by sme boli jedna z tých firiem, ktoré proste vypustili na trh kryptovalutu, lebo no, ani jedna nie je krypta z väčších modlí, že? И самая большая сегодня проблема у всех, кто выпускает криптовалюты, это рассказать другим, рассказать всем, чем он отличается от других. Jedna hlavná úloha teraz je pre tých, ktorí vypúšťajú novú kryptovalutu alebo kryptovaluty, je to, že vysvetliť людям, чем са отличаю от тех, кто рису уж там. У нас такой проблемы нет. У нас такие проблемы. У нас такие-то проблемы не есть. Потому что они все на нас не похожи. Они все 10 тысяч, они на нас не похожи. Мы отличаемся. Же не будем подобны, не будем таких, как ты 10 другого криптовалюты. 10 тысяч криптовалют моментально существует. Поэтому сейчас со всем сообществом, которым мы ведем переговоры, интерес к тому, что мы будем запускать, очень большой. Всеми теми, которыми сейчас ведем такие разговоры, с ними о тех вещах, у них большой залы. А еще раз обращаю ваше внимание, для нас, как партнеров Skyway, это дополнительная капитализация интеллектуальной собственности Юницкого. Дополнительная капитализация, а не замена. То, что мы должны уведомить, что это власне дополняющая капитализация еще навязь к тому,
čo tá kapitalizácia je, alebo zhodnocovanie našich akcií je v Skyway. Toto je doplniteľná, doplňajúca kapitalizácia. И, соответственно, оно привлечет очень много новых партнеров, которые сегодня работают на криптовалюте, на крипторынке. Самое время же ожидаем, что насколько тут будет отличное, как те криптовалюты, которые есть, что приведет к нам много тех людей, которые заоберают с кровом криптовалюты, которые есть на рынке с криптовалютами. Поэтому мы абсолютно уверены, что где-то в начале следующего года произойдет очередной следующий скачок в развитии проекта. Чиже предполагаем, что в начале будущего года станет очередной новый переход развития этого проекта. Ну, давайте на этом заканчивать. Если будут еще какие-то вопросы, то я с удовольствием на них отвечу. Тут бы было все, что на сердце сказать, самозрение, как суть, какие вопросы, как се плачи. Там ты пан был. Ešte keď by si to povedal po rusky, skoľko bude eta skoľko coinov? My idem nie po майнингу, то есть увеличение, мы сразу выпустим количество, которое сказал, что мы сейчас оцениваем, а потом будем постепенно размораживать, вводить их на каждое размещение. Ťažica nebude, čo som miningy. Bude preťažené a v istých etapách sa budú rôzne množstva vypúšťať podľa toho, ako sa budú tie projekty. Tam už ten celkový ťažený. Tu samé hlavné povedať, že vastriebovanosť kryptovalúty opravdujúca toľko količstvom transakcií, ktoré ona proizvodí. V súčasnosti kryptomeny majú hodnotu, ktorá sa odvíja od počtu operácií. Tak вот, po mere toho, ak budú vodiť sa nové adresné projekty, ktoré i budú generiť tie transakcie, my budem postojanno vodiť nové skryptomeny. V súlade toho, koľko transakcií bude prebiehať na základe toho, že budú vznikať nové a nové adresné projekty na základe tohto sa budú vypúšťať tie určité množstva skycoinov. To je bez reálneho biznes projekta ni jeden coin pojaviť sa nemôže. To znamená, že bez reálneho biznes projektu ani jeden skycoin nepôjde do placu. Поэтому за каждым коином будет стоять обязательный проект, а проект это в обязательном порядке прибыль. A samozrejme za každým coinom bude stáť jeden konkrétny projekt a samozrejme z každého tohto projektu bude príjem, bude výnos. Поэтому то, что мы сейчас запускаем, это принципиальная новая вещь вообще на крипторынке. То, что мы сейчас начинаем делать, это вполне новая вещь в тот бизнес криптовалют. Да, Rozumel som správne, že nástup na burzu kryptomien bude v tomto roku? Áno, základná vec je to, že keď chceme takýmto spôsobom mať tú kryptomienu, musí byť obchodovateľná. Nemôžeme mať. Aby sme my donútili tých, ktorí robia v kryptobiznise, kúpili našu kryptomienu, investovali do projektu, tak predtým tá kryptomiena musí byť na burze. Na vašej burze? Na světový. Jich je mnoho. Jsou nějaké konkrétní, které má Skyway vybrat? Je stále některé burzy, které mi chcete jíst, na které mi chcete jíst s kryptovalutou. Да, а их не так много. То есть, в общем-то, фактически две биржи, которые сейчас общеприняты. Tých burz není veľa, nejaké dve burzy, na ktoré by chceli. No čo, spasíba za vnímanie. Kto vám to bude nazývať sa? Zipcoin. Nét, pokiaľ rabočie nazvanie Skycoin, to je v občej programe. Prosím nás, ako otázka ohľadne Skycoinov,
o tom sa bude ešte veľa diskutovať. Ja budem dávať informácie. Jedna vec, že nie je možné o všetkom hovoriť. Nedá sa, ani nechceme, aby niektoré veci vyšli predčasne von. Buďte si istí, že pracuje sa veľmi, veľmi tvrdo. Pokiaľ boli nejaké iné otázky, nie ohľadne kryptovalúty. Áno? Давайте тогда сейчас, чтобы вопросы будут бесконечны, я просто еще подведу одну черту, чтобы до конца было понятно, что, почему я вам сейчас очень подробно и очень так доходчиво рассказал, чем отличается интернет, мир интернет вещей, от Transnet Space. А мне было только вопрос, это сам Сергей замерял, что трошку детальнейше нам высветлил ту отличность между интернетом и Transnet. И чтобы вы понимали, что наша криптовалюта, наш SkyCoin, это будет то, что обслуживает внутри все расчеты, то, что находится в Transnet Space. Же, чтобы мы похопили то, что наша криптовалюта будет обслуживать, або, ну, будет обслуживать все те чинности, которые будут находиться во внутри Transnet. Так что никто и не будет používать это платение, то есть на обходе у нас. Не. Tí iní sa budú môcť zapojiť cez tú kryptovalutu do nášho a my samozrejme cez tú našu kryptovalutu na burze budeme ju môcť predať a získať za naše akcie. I potenciál сейчас, у нас самая большая сложность, это оценить этот потенциал, который есть. Потому что, ну, я могу сказать, что от цифр, которые мы сейчас видим, у нас, честно говоря, начинает голова. Наивещая, або наивная, глажитейшая улога, у нас не оценить этот потенциал. А как это оценить? Лебо этот способ оценивания этого потенциала экзистует. Len podľa tohto spôsobu, ktorý sa bežne robí, nám také čísla sa otvárajú, že to sa nedá uveriť, aký to má vlastne tento projekt. No, почему мы очень спокойно сегодня смотрим на эти, казалось бы, очень большие цифры? Prečo spokojne sa pozeráme teraz na tie veľmi vysoké čísla? Потому что Юницкий сейчас приступил к оценке интеллектуальной собственности технологии следующего поколения, уже за Транснетом, Спейснетом. Пан Юницкий приступил, начал работать на оценивании высшей технологии, как Транснет, а то это Спейсвей. То есть космический программ. Видели в начале нашей конференции фильм о том, как Юницкий рассказывал о космической системе. Videli sme to video na začiatku, kde pán Junický rozprával o tom kozmickom programu. Tak вот, друзья, ja mohu сказать, что во что оценить уже тот бизнес, я пока таких цифр не знаю. Pokiaľ by sme chceli ten biznis oceniť, on také čísla nepozná, akým by sa to dalo oceniť. Tam только našim ruským slovom очень-очень много. Tam tým typickým ruským slovom, že veľmi, veľmi veľa. Поэтому, друзья, мы сейчас с вами идем очень большими темпами, время сейчас очень сильно сжимается, и запуск этой платформы мы планировали сделать только через год. Идем сейчас с высоким темпом, где эта работа как-то покрачивает, но час нас тлачит. Мы бы поводнее запустить, або начать этот систем, мы планировали аж по один год. Но за предыдущий год рынок криптовалюты настолько развился и настолько изменился, что если мы сейчас не будем ходить, мы просто уже будем отставать. Та ситуация показала такая, что этот обход, либо этот торг с криптовалютами так развинул, такие большие суммы за там заобходуваю. А если бы мы это сейчас не уробили, так tak v budúcnosti by sme ostali mimo. Čiže preto je dôležité teraz naozaj nastúpiť na tento trh. No i mohu prosto ešte v završenie skazať, že s nami pracujú lepšie juridické kompanie v mire, v Švýcarsku, ktoré nám oformujú všetku tú robotu z juridickej točky zrenia. Spolupracujú s nami švajčiarske právnické spoločnosti, ktoré pripravujú alebo ošetrujú celý tento systém, aby to bolo samozrejme po pravnej stránke, ktoré sa to bolo bezpečné.
С нами работают сейчас лучшие разработчики именно по созданию блокчейн-платформы. Спорпрацуют с нами верные отборники на составление системы блокчейну. И сразу вам задам вопрос. Угадайте, чем мы расплачиваемся с этими компаниями? Прочо спорпрацуем с... Угадайте, прочо спорпрацуем с теми, кто сполучностями? Естественно, Skycoin'ами. Мы платим за их работу Skycoin'ами. Ага. Же за работу, за их працу платим Skycoin'ами. И я могу сказать, они с большим удовольствием получают криптовалюту. С великой радостью, або просто за зависть, что они им принимают. Потому что они понимают ценность того, что они делают, и тот проект, который мы запускаем. Бо они свідомою ценность, вигоду, проспект, вигоду того проекту до будущего. А для нас это как раз самый большой тест был, будут они брать нашу криптовалюту или все-таки потребуют деньги. To bola z ich strany, alebo z našej strany otestovanie, že budú chcieť našu kryptovalutu, alebo za tú prácu budeme musieť platiť peniaze. Tak сразу могу сказать, такого вопроса даже не возникало. То есть, когда вы сказали, что вы согласны, что будем платить коин, он говорит, конечно, да. Taká možnosť у них ani neprišla, keď sme hovorili, že radi by sme platili našou kryptovalutou, tak oni súhlasili, že áno. Более того, те программисты, которые у нас сегодня работают, они тоже просят платить не деньгами, а платить коинами, потому что они понимают, сейчас это самый большой потенциал роста. IT инженеры, которые с нами скоро пришли, чтобы были платены с той криптовалютой, либо свете представить, каким из того будет до будущего. Все. Но отворение внутренней бузы, сучастью того целого системы отворения внутренней бузы, концом того рока, на прилове, в ноябре, да? Да. То есть фактически, вот когда говорят, что когда будет то, что мы сейчас делаем, это в одном лице сразу фактически и свой банк, и своя платежная система, и своя биржа. Вы сегодня крипто мне наберем. Все это. В одном бали отворение внутренней бузы, заведение криптовалюты, все в одном бали. Последняя вопроска. Ak ste počúvala, tak Sergej hovorí, že práve teraz sa pracuje na tom systéme vlastne, ako urobiť výhodný. Máme na to, čo sa pýtate, základná otázka je to, aké budeme etapy. Druhá základná otázka je, aký diskont bude v tej etape. Lebo my máme jeden diskont tu. A bude druhý kľúč, bude nejaký kľúč, a výhodný, to musí byť výhodný kľúč, aby sa oplatilo nám zameniť tú kryptomenu. Čiže toto sú otázky, ktoré sú, si som povedal, to je dosť zložitá technická otázka. Všetko závisí od toho, aké etape budeme, aký tam bude diskont, a na základe toho diskontu sa bude musieť určiť ten kľúč výmeny tých akcií za kryptovalutu, lebo keď to nebude výhodné, tak to nebude robiť nikto. Tak si radšej nakúpiť s tým diskontom viacej akcií. Čiže je to... Áno? Áno. Buď predať, alebo kúpiť a vložiť tú kryptomenu do adresného projektu. Investovať ďalej. Druhý musel investovať, musí mu to nájať. Čo za tú kryptomenu, tak páči si to niekto kúpiť? Druhý musel investovať tú kryptomenu. Ne, to je vaše rozhodnutie. Dobre. Tak dávajte вопросы уже потом, вот там, что закончим. Еще в индивидуальном порядке зададите.
И в завершение просто могу сказать, что как Франтишек выступал, сказал, что у нас почти 6 месяцев был вот этот этап, который держался. Значит, переход на 11-й этап произойдет, друзья, скорее всего, меньше, чем через месяц. Поэтому сейчас определяются сроки, и я думаю, что еще до середины октября будет назначена уже новая дата смены перехода на 11-й этап. То есть сейчас переход на 11-й, 12-й, 13-й этап произойдет довольно-таки быстро. To znamená to, čo povedal Sergej, že prechod na 11. etapu bude určite do mesiaca, menej ako do mesiaca. A samozrejme podľa tých prác, ktoré budú urobené, budú prispôsobené prechody na 12. etapu, 13. etapu a tak ďalej. Ale samozrejme, že zhruba v polovici októbra my už budeme vedieť, odpovedať presnejšie na takéto typy otázok ohľadne toho, tej kryptovaluty, lebo ťažko teraz sa ešte odpovedá presne, ako bude, čo, ktorá burza, koľko to bude stať, aký je kľúč. To by sme si len vymýšľali, keby sme teraz niečo konkrétne boli. Áno? Takže nemusíte si nejak vymýšľať, iba som sa chcel opýtať, že mám približnú hodnotu tej jednej akcii, ktorý predaj. Dneska sú bolo spomenuté, že v 15. etape jedna opcia mala stať 5 centov. To znamená, že za takú hodnotu približne by sa to malo predávať na vnútornej burze. Zrejme áno. Áno. Otázka je, aká je to bude v tom čase, keď toto my zapustíme. Lebo určite v decembri 15. nebude. To nie je možno 3 centy reálne. No. Друзья, самое главное, чтобы вы понимали, что мы сейчас делаем, чтобы возможность капитализировать и возможность получать прибыль от тех инвестиций, которые вы делаете, чтобы она возникла как можно раньше. И исходя из этого, мы абсолютно уверены, что вот этот ближайший 2018 год, он радикально изменит вообще ситуацию в проекте Skyway. Dôležité je ani nie tak, že akou sumou sme začali, dôležité je, aby tá kapitalizácia, to zhodnocovanie bolo rýchle a Sergej hovorí, že v 2018 to radikálne zmení spôsob a systém Skyway, práve tá kapitalizácia by mala ísť veľmi strmo hore. И как мы сейчас говорили, то, что мы сейчас обсуждаем сегодня, это один из инструментов, которые сегодня параллельно создаются той системе, в которой мы уже работаем, для того, чтобы этот процесс ускорить. Стали говорим о параллельном дополняющем системе, тому системе, который сейчас делает, а капитализация тихто наших инвестиций через Skyway. Projekt, to je primárna záležitosť. Toto je, by som povedal, ešte taký doplnková ďalšia možnosť, taká sekundárna. Все, спасибо. Вопросы дальше уже будем в индивидуальном порядке.